Шестой год в Подмосковье проходит массовая акция по посадке деревьев. Щелковский район, как всегда, один из самых активных, и в этом году подготовил 16 площадок. Жители высаживали деревья во дворах и скверах, но главная цель акции, конечно, восстановить лес там, где он был уничтожен жуком-короедом. Ежегодно проводится эта акция, которую инициировал наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, и мы вместе с вами сажаем наш лес. Щелковский район – один из самых красивых районов Московской области. И вместе сейчас мы с вами приумножаем и растим наше богатство. В местах проведения акции участников ждало все необходимое – посадочный материал в большом количестве, инвентарь и рабочая униформа, питьевая вода и каша из полевой кухни, а также культурная программа. Ежегодная экологическая акция «Наш лес, посади свое дерево» всегда проходит в атмосфере настоящего праздника. А сегодня к этому празднику, как мы видим, присоединилась и погода. Порядка 44 тысяч саженцев будут высажены на главной районной площадке в окрестностях поселка Литвиново. Особая ответственность лежала на принимающей стороне властях сельского поселения Трубинское. Была сделана подготовка, спилили, отстреливали, выкорчивали и нарезали борозды специально. Теперь процедуру, которую лесники нам строго-настрого рассказали, мы вняли и с волнением ждали людей. И вы знаете, необыкновенно много людей у нас. Но главное, это не на один день, не на два, это на десятилетие, можно сказать, на века делает задел. Похоже, что обещанный прогнозом последний теплый день сентября стимулировал жителей поработать на свежем воздухе с пользой для экологии района. Приехали и Старый Млад целыми семьями. Желающих принять участие в акции оказалось даже больше, чем планировали организаторы, и подали дополнительные автобусы. Сегодня замечательная акция, прекрасный день. Вы знаете, столько лесов в Подмосковье будет восстановлено. Я считаю, что это спасибо губернатору и спасибо всем тем неравнодушным людям, которые пришли сегодня сажать наш лес. Атмосфера прекрасная. Все прекрасно организовано, очень активно все включились в посадку деревьев. Первый раз сажаю, чтоб прижилось, хочу, да. Земля тяжелая для наших вот ветеранов, но для нас трудностей нет. Но мы справляемся. Сажать лес на самом деле совсем не сложно. Специальной лопаткой, называется меч Колесова, делается ямка на всю глубину штыка, и в нее опускается маленькое деревце. Расстояние между лунками 80 сантиметров. Справится даже ребенок. И самые маленькие участники акции подошли к делу очень ответственно. Посаженные с такой заботой елочки точно приживутся и будут расти вместе с ребятами. Я очень люблю сажать елочки, потому что они очень легко сажаются. Еще на природе это очень хорошо, когда ты дышишь природой, и полезно. Дорогие друзья, посадите свое дерево. На акцию приехали целыми коллективами – советов депутатов, общественных организаций, предприятий. Активно присоединились к лесопосадкам сотрудники завода «Мултон» и компании «Газпром космические системы». Хочется приучить детей к тому, что надо ухаживать за нашей планетой, помогать ей стать более красивой, зелененькой, чистенькой. Потому что деревья воздух вырабатывают. Да, зеленяем планету. А мы всегда каждый год принимаем участие. Наш завод АО «Мултон» всегда принимает участие. Мы очень рады участвовать, копать, сажать во благо того, чтобы у нас росли красивые деревья, чтобы нам было где дышать, где гулять и радоваться. Вот сажаем, смотрите, какую мы уже дорожку высадили, не одну. Свою дружную команду из 5 человек образовали заместители главы администрации Щелковского района. Настроение на самом деле замечательное. Сегодня уже посадили около 50 саженцев. С учетом того, что у нас на Щелковском районе 70% территории покрыто лесом, сегодня появился 71%! А я приглашаю всех тех, кто не успел сюда доехать или не смог, обязательно посадить свое дерево где-то рядом с домом или на своем участке. Тоже будет польза. Если не будем мы всем миром восстанавливать лесные массивы, то нашим детям, внукам, в общем, останется только голые поля. У нас будет отличная экология, Щелковский район, я говорю, через 10-20 лет будет красивый, зеленый. В целом по району, по подсчетам организаторов, акция «Наш лес» собрала больше 5000 участников. Уже на следующий день ожидались дожди, но для будущего леса это даже хорошо. Значит, все посадки приживутся. Ирина Микеда, Александр Гранич, Сергей Максимов, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».